Всем привет! Меня зовут Егор, вы на канале Quasdidi, и сегодня в ролике у нас Ами на сигнатурном морфе. Всем приятного просмотра. Итак, давайте к закупу. Он взял себе апнутый стик и несколько веток. Далее хочет взять себе танго, ПТ и Владимир. На первом левеле он взял себе атрибут Shift, а аспект у него на ловкость. Окей. Итак, вместе с ним на этой линии у нас будет играть Огр Маг. Огр — это шикарный суппорт под морфа. А вот против них у нас играет Даунбрекер и также Дарк Вилл. Два сильных и очень мощных героя. Давайте посмотрим, как Ами отыграет у нас данный матчап. Заходит слишком далеко, теряет много здоровья, ошибка. Один из четырех на первой пачке, безумно мало, неприятно стоять и очень сложно. Доносит себе хил в виде танга на линию и также заводит линию под тавр для того, чтобы взять левел 2. Восстанавливает себе ресурсы. Играет довольно аккуратно, особо не подставляется. 9 на 4 от Даунбрекера и 4 на 1 от Ами. Но линия идет под тавр, нужно как-то камбэкать. Дарквилл стягивается под тавр, начинает денайт. Супер неприятно, выгоните ее, пожалуйста, кто-нибудь отсюда. Еще один денай. Как все плохо. 7 на 1 от Ами. Маловато. Распушиваем линию. Резается лотус. Нападение. На агра подцепили. Ловит стан. Ловит гранатку. Но там стики вроде бы. Стики нажимает, да, убегают. Фух, это было близко. Выбить ресурсы у вражеских героев было бы неплохо. Дарк Вилл. Можно пробовать убить. Волна через одну секунду. Пойдем дальше. Нет, не хватит урона. Отпускаем просто. Окей. Волну взяли в 2. А вот сейчас можно пробовать. Лотуса забираем. Линия пушится. Волна. Нет, нет, нет. Слишком мало урона. Лотус для Ами, шикарно. Восстанавливает себе ресурсы тем временем. Распушиваем линию. Заходим под тавр, стан, но мимо. Пойдем дальше. Гранатка залетает, но как будто это глупо идти под тавр. Хотя под пачкой как будто можно было бы. Ами начинает динайз плюс еще. Огр подставляется и скорее всего это его ошибка. Хотя нет, живет. Нет, не хватает.
четвертый уровень. Игра это 2.02. Довольно необычная закачка. Огр опять подставляется как будто. Но нет, не хотят его убивать. Нонбрейкер. Волна пошла. Ну, так, убивают ресурсами, там все. Итак, давайте посмотрим по нетворсам. Видим, что алхимик занимает у нас лидирующее место. Потом идет Тимбер, Магнус и Даунбрейкер. И на пятом месте Ами. Сложная линия, на самом деле, очень сложная. Шестая минута, рисуются активки, желательно, чтобы суппорты потянулись у нас под мид. Также Дарквилл будет стягиваться и как будто можно будет выйти на Даунбрейкера. Леон вот сдох как раз, может притопяшиваться на верхнюю линию. Это было бы неплохо, кстати. Рисуется Лотус, Скан. Падение на Агра, разменять в Даунбрейкера или в Дарквилл. И то было бы неплохо. Тем временем минус Дарквилл. Хорошо, отличный размен. Ну вот Тимбера наказали, потому что Леона не было на нижней линии. И, кстати, 400 у нас у Алхимика на шестой минуте. Это, конечно, безумие. Будет где-то около 6000 на 10 минуте. Это очень много. Это очень много. У Ами есть что-то такое 2800. Магнус стягивается на верхнюю линию. Ого, есть АП, есть шестой уровень, как бы там можно убивать. Ами начинает идти. Магнус, стяжка. РП. Ну, не знаю даже, нужно было бы его нажимать. Но не жалеет, окей, хорошо. Отличная реализация телепорта и также шестого уровня для Магнуса, в принципе. Седьмая минута, под тележку, выходим на Зеродин Тавра в топ и начинаем его немножко подпушивать. Дальше выход у нас в Владимир. Это отличный айт что на команду, что на данного героя. Стягивается под верхнюю линию. Через 15 секунд резается активка. Суппорт уже играет у нас под мид. Восьмая минута тем временем. Амис так и средний кэмп доносит себе базилку и также морбит маску для фарма в лесу. Распушивать линию будет и просто-напросто убегать в леса. У нас руна усиления урона снизу, и она достается инвокеру. Окей. Не страшно. Нейтралка выпала. Ну, норм. Докупил себя Владимир, дальше выход в манту. Распушивает линию, идет дальше пушить Тиразин Тавр. Настолько прям ты хочешь. Заходит по Тавр, пытается также донать еще. Довольно агрессивно Ами. Девятая минута, резается Лотус. Возможно, это было все сделано ради Лотуса, но это глупо, ну ладно. Седьмой уровень, 4-0. 2-1 отыгрывает по способностям и начинает пушить Тиразин Тавр в топе, хочет открыть верхнюю линию. Ого. Пук от Пуджа подставляется. Ну тут стану от Леона, хорошо. Также стягивается еще плюс Магнус, но это килл. Килл для команды, да, хорошо. Алхимик летит, Даунбрейкер также ультует. Нас нужно отойти, качаться в силу. Хотя на развороте. Отличный РП по двум героям, великолепный. Леон станет по двум героям также. Минус Даунбрейкер, бегут дальше у нас за Алхимиком. Пытается его также убить, но нет, 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 нет. Там слишком плотный герой. 9 минуты, 6 тысяч нетворс. Ребята, вы куда там? Левел 8, наверное, да? Левел 7. Вокер даже стягивается на верхнюю линию. Вот настолько прям. Они дефают этот Тиразин Тавр.
Сильно. На 8 уровне играет в атрибуты без Adaptive Strike. Интересно довольно. Итак, 10 минута, 6200. У алхимика 5100 для Ами, 4400 для Магнуса и 4500 для Инвокера. Ами, конечно, очень плотно сел на этот Тирозин Тауэр. Ломает его, до последнего хочет сломать. Посмотрите, стоит, качается в силу и добивает его. На 10 минуте ломает Тирозин Тауэр. Настолько прям. Мне кажется, он захотел, потому что, чтобы был отличный выход у нас на вражеских энчетов, на вражескую двойку, для того, чтобы алхимику мешать, смешать и еще раз мешать. Это логичный выбор. Мне нравится. Я понимаю ход его мысли. Как будто ему в идеале, конечно же, стянуться на нижнюю линию, фармить свою двойку. И также понемножку распушивать нижнюю линию и сломать Тирозин Тауэр снизу. И еще также забирать вражеский лес. А вот Тимберу желательно стянуться на верхнюю линию и стоять уже в топе. Улетает на нижнюю линию, хочет выйти на Тирозин Тауэр. Дарквилл ультует в никуда, просто так же пуч, Ами отлично, отлично прочитал этот момент. И уже снизу начинает ломать Тирозин Тауэр. Но вражеская команда летит на телепорт. Нужно опасаться этого. Хотя он этого не знает. Фармит линию и также маленький кэмп. Отлично, игра у нас от Ами. Пук. Качается в силу. Стики нажимает. Лотос не успел. Тут его уже сожрали. Там еще плюс у нас Сандстрайк залетает от Инвокера. Неприятно, конечно, да. 4 героя, можно сказать, так стянулось у нас на Ами на 12 минуте. И пока все плохо. Первая смерть в его копилку. Плохо, 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 плохо. Плюс также задефали Тирозин Тауэр снизу тем временем. Нажимать ответ не смог от команды Дайр. Пытаются они кого-то также найти, убить в идеале. Есть уже Блинк Даггер для Магнуса. Ами тем временем улетает на нижнюю линию. И постепенно выходит в Яшу. Там уже вроде как должен быть... Да-да-да. Радиант у алхимика, Вичблейд для инвокера, БМ в дальнейшем для даунбрекера. Ну и спорта пока ничего нету. Тем временем Блиндагер для Магнуса, я вижу Кая для Тимбера, ну и Яша долетает для Ами. 10 уровень, взял себе левый талант на дальность волны. Нажимается смок от команды Дайр. Прибегают они к Ами на нижнюю линию и будет выход на Тирозин Тауэр снизу. Довольно агрессивный игра у Ами. Минус Т1. Окей. Ну вот смог ганк особо не удался. Инвока. Хотя нет, зацепили даунбрекера и минус даунбрекер. Шикарно. Это хороший килл. Ну в идеале, конечно, было бы убить либо алхимиком, либо инвокером. Алхимик уже докупает себе блинкдаггер. Довольно агрессивно будет начать отыгрывать вместе с командой уже дальше. Как будто в дальнейшем хочется купить для него БКБ, манту. На 11 левеле взял себе адаптив. Да, демо себя также донес. Демо ты еще долго. Тимбер подставляется, это неприятно. Слишком много фида от команды Дайр. 4000 ведет у нас команда Радиантов. Ну там алхимик 10 тысяч. Это очень много. Но игра будет долгая. Я так понимаю.
В основном сидит на энчентов. Хреново вижу нас у команды Дари. Вообще не видно ничего. Блинк Даггер тем временем для инвокера. Ну и почти манту дофармил себе Ами. Выход на Рошана от команды Радиантов. Скорее всего, команда Дар об этом даже и не знает. Но хотя никто не показывается. Ами боится. Ну да, они даже об этом не знают. И тем временем Рошан и Аегис достаются команде Радиантов. Аегис у нас для алхимика. Манта есть, хорошо. Это отличный айтем для данного героя. Дальше выход у нас в Канду. Канда — это просто шикарный айтем. Мне очень нравится. Дополнительный урон там просто колоссальный. Также сломали эти резентавры в центре команда Дайр. Неплохо подцепили. Пуджай РП даже нажимается в него. Но это ошибка. В пятерку Пуджай РП нажимать. Ну куда? Попытался, конечно, он его вывести, хоть как-нибудь там не получалось. Ну, били, РП отдал. Ну ладно. Хотя бы так. Ами, конечно, пытается фармить очень мощно, но все равно отстает пока от алхимика. Пытается хоть как-то его догонять. В идеале, конечно же, убивать его. Это прям идеально было бы. Алхимик, нападение на Ами. Накачается сразу до всего, нажимается манта, убегает. Алхимик сейчас убить. И хорошо, ну пока отыграл. Нажал морф, даже морфа. Отдал бочку, дал спрей, но все равно урона не хватило, и он выживает. Агра потеряли. Плохо. 4000 лузаем. Тоже плохо. Он от ворсу. 10 тысяч уами. Манта в дальнейшем. Тут Даггер это я озвучивал. Юл будет в дальнейшем. Ага. Тут пока ничего нового не появляется. Выход в БКБ, так понимаю, для Магнуса. Плюс также гоним шар для него есть. Хорошо. Играем как Малрин на Магнусе, да, я так понимаю. На 14 ранг, ого. Ответный килл от команды Дар, минус Даунбрекер. В очередной раз Огр подставляется и отправляется в таверну. Супер неприятно, конечно. Две сто у Ами в запасе. Блинк Даггер для Леона. Это просто шикарно. Вот теперь как будто можно нажимать смоки и просто убивать, убивать, еще раз убивать. Зеркальная игра от двух коров. Глиф на глиф. БКБ для Тимбера. И также Сия для алхимика. Вот так вот, да, он решил отыграть. Ну, хотя в Магнуса, в Леона, в игра. Это логично, кстати. Мне нравится ход его мыслей. Какой у него ранг? 200-й. Ого. Минус Т2 тавр снизу команды Дайр. Неприятно. А вот Т2 тавра в топе забрать не получилось у команды Радиантов. Точнее, наоборот. Вы поняли, да? Пилоптерия тем временем для Ами. Пока все долго-долго-долго идет. Особо файтов никаких нету, но преимущество растет за командой Радиантов. И желательно нажимать смог, что и делает у нас команда Дар, для того, чтобы хотя бы камбэкнуть немножко золота, потому что алхимик все еще разгоняется. 15 тысяч он имеет и уже 4 тысячи отставания от Ами. Алхимика видно. Взрывает сам себя. Хорошо, как будто можно выбить у него Эгис быстро. Минус Эгис. Шикарно. РП, 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 РП нету. Ну хотелось бы. 20 секунд РП. Хук в никуда пока. Отвозит его дальше. Ну летит Даунбрекер на подхил. На все. БМ нажимает. Не дает стан. Ами, Ами очень плохо себя чувствует. Сами себя находит. Нажимается монтан. Нажимается все. Пытается как-то жить. 15 уровень. Он апит. Размен пока 2 в 1. В пользу команды Дайер. Хук. Хук. Ждет. Хук. Подцепил инвокер, шикарно, просто бегу дальше, начинает с ним файтиться. Но подтерзателем-то хреново все.
Нет, понимает Ами, что это все бред, и просто-напросто убегает. 4 в 2, по итогу размен для команды Resident Evil. Плюс преимущество падает до 7 тысяч. Подцепили также у нас Ами. 2 байбека от команды Дайр. Нифига себе, сейвит его. У нас столько прям. Было же 19 стиков еще на всякий случай. Пытается бежать. Дальше РП нажимает. Нет, не нажимает. Отменяет. И в итоге 4 в 4 файт, но 2 байбека. Это все очень плохо, но преимущество упало на 1000 только. С 7 до 6. Ух, это было мощно. 16 уровень, на 15 взял себе левый талант, плюс 15 к ловкости. Ну, главное, что выживал. Докханда еще долго. Стики нажать, выложить. Окей. Химик прыгает на Ами. Ну как ты в соло убьешь? Ты что? Под огром. Как будто можно развернуться. Ну хотя алхимик 16 уровень, там 17 тысяч на творс, очень много. Надо отойти. Ханды нет, пока тяжеловато. Хотя бегут, байтят его дальше. Команда стягивается, замедление пошло. Отличный стан от Леона. Есть хекс, вывозит нас к Ами. И это минус пуч. Неплохо, в принципе, хорошо. Убили суппорта, шикарно. Активка у нас резается, рун усиления урона снизу. Но пока всем плевать на него. Дальше ставить себе бабочку. Окей. Руна мудрости, левел 20. Это всегда приятно. Убить терзателя. Главное не потерять силу. Ага, все, аганимшар достается для огра. Неплохой аганимшар. Преимущество также у нас падает до 4000. В принципе, довольно играбельно все. Вот сейчас бы как-нибудь бабочку бы себе дофармить быстро. БКБ, сия уже появляется. Ой-ой-ой-ой-ой, алхимик мощный. Плюс также под даунбрекером с аганилом. Это невероятно просто. Пуча аганимшара себя также докупает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут я вижу у нас Кая плюс Саша плюс БКБ. Также Мидас для Гра. И пока-пока-пока БКБ для Магнуса в дальнейшем также. Угу, окей. Нет, менять все-таки, да, считается блинку и выход в бабочку. Вот так вот, да, значит. Окей, это приятно. Линка мы любим. Линку. А, кого мы тут? Валхимика, даунбрекера. Нет, даунбрекер нет, точно. Пуч, возможно, Дарквиллу. Хотя линка, ну, посредственно, я даже особо не понимаю, к чему. Да, это хороший атом для данного героя, но куда, ну зачем, без орчества, без ничего. Странный миф, мне не нравится. У нас РП было... Алхимика почти убили. Немножко ему не хватило. Неудачный файт как будто. Хотя убили Пуджа, убили даунбрейкера. 2 в 0. Очень хорошо для команды ДР. Ну, как будто все было так себе. Нет, очень хорошо. Минус 3. Итоги боя. Отлично просто. Преимущество падает до 1000.
Игра ускоряется. Отцепили Пуджа, стан отличный от Леона. Шикарно, просто отличный морф также Пуджа. Хук шикарно. Бегу дальше. Минус инвокер по итогу, да? Очень легко. Резкий, жесткий камбэк от команды. Да, байбэк от инвокера. Настолько прям даунбрейкера просто уничтожили. Даблкил тем временем для Ами. Бегу дальше. Файт под Т2. Химика вывозят. Вокеры наказали, алхимика убили. По итогу это минус 4, плюс там же такой же был байбек. Байбек от инвокера. По итогу это минус 5, выживает один Dark Hell, так и преимущество растет уже с 1000 до 8000. Четверых убивает у нас Ами. Минус также Dark Hell. Это почти рэмпейдж для Ами на морфе. Есть левел 20, взял себе правый талант. И также линка долетает до него. 10-1-9 от Ами. Одна ошибка только была, один был ганг сделан на него. И поднимаются на ХГ. Линка долетает. Ну, я не понимаю, куда, зачем она нужна здесь. Как будто можно было бы отыграть и без нее. Ами вырывается на первое место по нетворсу, 20 тысяч он имеет, потом идет алхимик, 19, тимбер и также Магнус. А, ну вот если вот так вот только, да, если стан алхимика доджить. Ну как будто если бы у тебя реакция есть, ты можешь и манты задоджить. Ну, купить ради одного спула, ради стана. Ну, сомнительно довольно. Лично я так думаю. Сломали нижний линию байбок от Пуджа, выходит на центр, пытается также снести центр. Пачка далековато. РП. Вывозит инвокера. Он без байбека. Ну зачем так было подставляться? Просто-напросто заканчивает эту катку. Настолько прям быстро. Можно же было отойти, убить Рошана, купить себе бабочку, дальше уйти по верхней линии. Просто-напросто отыграть довольно аккуратно. Ну это паблик, всем плевать на все, я понимаю. Докупает себе бабочку. Руна мудрости. Левел 20. 22 уже. Ну, как будто можно смело идти заканчивать. 18к мы ведем на 29-й минуте. Это просто огромные бабки. Какой-нибудь скади, сатаник. В дальнейшем можно поставить. Свифт блинк себе также можно поставить. Есть солар. Ну, это ГВП, я считаю, тут уже все. Морф слишком огромный, он убьет всю вражескую команду просто в соло. Ну, конечно же, в идеале дофармить себе сатаник, свифблинк, ну и все, в принципе. Огоним шарп можно еще. Ставится вижен уже. И планирует заходить по верхней линии. Теперь Пуджа, Пуджа в таверну. Хотя как будто можно идти заканчивать в трон. Плевать на эту верхнюю линию. Ами уже мигает. Да, это логично. Никто не дефает. Ну и здесь это конец.
Он ломает просто-напросто трон, ему плевать на все. Хотя, убивает алхимика. Дарквилл также в таверну. Магнус вывозит двоих, ой-ой-ой. Трипл килл для Ами. И 16-1-11 он заканчивает эту великолепную игру. Ну что могу сказать, Морфлинг невероятно сильный и мощный герой, что на линии, что по игре, вы сами видите, дайте ему немножко золота, времени, и он выиграет игру, хотя... Такое. Вот такие вот у нас закупы. По урону. Ами на первом месте, естественно, что по героям, что по товарам. У команды Radiant'ов это будет у нас Dawnbreaker, кстати, даже не алхимик, если что. Last pick был Darkwheel. Хотя не, непонятно здесь, да? Ну ладно. Вот такая вот сегодня у нас вышла катка, ребята. Всем спасибо за просмотр и всем пока.